Всем привет! Рад видеть на канале Мистер Фокс Акс, а сегодня мы посмотрим планшет лимитированную серию Kids Edition смешарики Galaxy Tab A 8 дюймов Wi-Fi версия. Они идут только в Wi-Fi версии. Есть еще LTE, но в детской версии только Wi-Fi идет. Соответственно, вот такая у нас упаковка. Здесь написано лимитированная серия смешариков. Сзади мы видим нарисован чехол. Планшет и его характеристики. Это 32 гига, 8-дюймовый, 2 гига оперативки, мощный аккумулятор 5100 ампер и камера. Основная 8 мегапикселей, фронтальная 2. Здесь также еще написана инструкция, комплектация. Продукт не предназначен для детей младше 3 лет. Ну, в принципе, давайте откроем, посмотрим, что внутри. Открываю. Коробка такая огромная. Достаем. Здесь мы тоже видим надписи. Вот так у нас выглядит набор. Чехол. Пока в сторону. Всякие иллюстрации по поводу подписок и так далее. Чтобы активировать промокоды в комплекте идут. Также есть здесь режим GPS-локатор, поиск детей. Также вы можете слушать, что вокруг ребенка происходит удаленно, то есть воспроизводить звуки. Потом в дальнейшем можно просматривать, какими приложениями он пользовался. Ну, то есть такой заточен под слежку детей, и чтобы дети смотрели мультики, играли, развивались. То есть вот такого плана. Здесь у нас, соответственно, запечатано все таким образом. Сам планшет. Открываем. Достаем. И говорить по планшету, то здесь металл. Сверху, снизу это все идет пластик. Стереодинамики стоят. Микро-USB зарядка. Качельки громкости и питания. Здесь слот для карты памяти можно поставить. Если вот так вот. Вот здесь слот. Давайте включим его. Итак, планшет у нас загрузился. Если пробежаться быстро по характеристикам. 32 встроенная память. 2 гига оперативной памяти. Фронтальная камера 2 мегапикселя, основная 8 мегапикселей. Версия Wi-Fi, есть также LTE. Если по камню, по процессору Snapdragon 429, 4 ядра по 2000 Гц. Ну, для ребенка, для просмотров мультиков, там каких-то детских игр, думаю, вполне. Также в комплектации у нас идет кабель микро-USB. И блок зарядки. Вот такой блок зарядки у нас идет. То есть, ну, стандартный, классический. Чем, в принципе, отличается от обычной версии? То есть, этот идет лимитированная серия смешарики совместно. Детский режим. Здесь есть ключ-иголка. Давайте откроем слот сим-карты, посмотрим, что здесь. Открываем. И здесь мы видим, только карту памяти можно поставить. Вставляем обратно. Это все в сторону. Ну, соответственно, давайте включим детский режим. Посмотрим, что это и как это выглядит. Соответственно, далее. Пин-код уже запрашивает. Это чтобы ребенок не мог из него выйти, видимо. Ну, соответственно, вот они все приложения, которые уже изначально здесь есть. Даже звуки детские. Загрузились у нас игры. Давайте посмотрим, как выглядит детская игра на детском планшете. Что тут надо делать? Ну, можно также вот
классический, то есть переодевать, что-то настраивать. Как это, современный тамагоч. Давайте выйдем и приключение Кроко зайдем. И... Ну вот такая вот детская игра. На размышление, думать. Сейчас нам надо, видимо, этот пирог забрать. Как-то до него добраться. Угу. Вот нас обучают. Окей. Ну, такие незамысловатые, легкие игрушки для детей. Так, выходим из Samsung Kids. Пароль запрашивает. Вводим, который устанавливали. Заходим в YouTube. Посмотреть, как картинка будет здесь. Снежарики. Достаточно громкий. Выходим. Ну, вот такой вот детский планшет. Давайте еще посмотрим чехол. Самое время подписаться, поддержать канал. Стараюсь только для вас. Подписывайтесь, ставьте комментарии, лайки. Вам это стоит ничего, а мне для развития канала очень будет приятно. Ну, вот такой вот чехол. Он прям вот бронебойный. Выглядит это все вот таким образом. Здесь есть, как и ручка, можно его носить. Также его можно использовать, как и подставка. То есть вот стоит. Можно вот так вот. То есть боятся, что он его разобьет, ну только если на дисплей какой-нибудь удар будет. Ну, поставить стекло защитное, я думаю, тоже будет. Ничего страшного, все. Вот так вот все это выглядит в чехле. Вот такой непробиваемый. Тут тоже все крутится. Мягкий очень на ощупь и приятный. То есть, я так понимаю, он какой-то тоже гипоаллергенный чехол этот. Потому что ультрафиолет тоже на него нельзя, чтобы воздействовал. Там в инструкции написано все это. В принципе, если говорить, для чего этот планшет, да, то есть для чего Samsung изготовил такой данный аппарат с таким набором, создан он просто для того, чтобы организовать полезный доступ для детей, я так понимаю, наполнить пользу взаимодействия ребенка с гаджетом, чтобы он обучался, да, то есть что, как взаимодействовать, что, как работает, там, изучить-то какие-то работы.
освободить время для родителей, да, чтобы родители могли заниматься своими делами, заняв ребенка данным планшетом. Вот. Стимулировать ребенка к развитию, потому что здесь все приложения стоят на развитие, то есть на переодевалке, на размышления. Вот. Ну и, соответственно, такой набор это надежный, не разбишь, так сказать, если только, опять же, в дисплее. То есть обычно дети так кидают у нас. Вот, и по комфортной цене, и, по-моему, он стоит 10 990, вот этот весь набор. То есть, в принципе, приемлемо для обучения, для развития ребенка. Классно, на мой взгляд, то есть смотреть мультики и в то же время развиваться. Так что выбирайте сами, смотрите, сходите в магазин, посмотрите, как этот планшет выглядит, как работает. Ну а всем, кто посмотрел, спасибо. Ставьте комментарии, подписывайтесь, мне будет очень приятно. Всем пока, до встречи.